Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Игнатий Лапкин, это я. Вот сейчас у нас больше 1000 роликов. И о чем они? Это о том, что у нас детский лагерь православный. Он был единственный в России в свое время. Там все о нем сказал. 40 лет. Без помощи государства. Тысячи детей. Совершенно заброшены бывают дети и меняются в течение одного месяца. Так что прилетала к нам и из Лондона Кэстонский институт. Ксения Деннон, директор его. У нас откуда только не было. Снятые у нас фильмы, занявшие первое место на международном киноконкурсе «Причувствие». Они все здесь. И один фильм занял первое место документальное в России. Далее, мы строим с нуля православную деревню. Православная деревня. На 17 тысяч разрушенных сел это одна такая деревня. Еще неизвестно, что получится. Где нельзя ни лгать, ни пить, ни материться, ни курить, ни воровать. И тогда только мы первый разговор ведем с человеком.